Военно-патриотическая игра объединила более 200 будущих защитников Отечества. Начали, как водится, с построения. Налево, рывок! Смирно! В командах по 11 человек, на каждого по этапу. Ребятам предстоит испытать свои силы в ходьбе на ходулях, меткости и ловкости. Для многих поднять 16-килограммовую гирю не составило труда, а вот правильно надеть противогаз удалось далеко не всем. Это подготовка к службе в вооруженных силах. То есть, чтобы были здоровы и готовы выполнить свой долг по защите нашего Отечества. Автотранспортный техникум ежегодно приглашают поучаствовать в соревнованиях и военнослужащих ангарского гарнизона. По словам их командира, это хорошая возможность показать себя и привлечь внимание к службе в армии. Сейчас на данном соревновании представлены военнослужащие срочной службы, которые приехали сюда победить, чтобы все смотрели, как служба в армии проходит. Несмотря на практический опыт военнослужащих, ученики колледжа намерены составить им серьезную конкуренцию. Почти все к подготовке подошли с большим усердием. Заранее, за 2 недели подготовка была. Много занимались, тренировались, потом выступили. Надеемся победить. Оценить подготовку молодых ангарчан приехал и ветеран военных действий. За отличное выполнение всех заданий участников наградили дипломами и накормили вкусными пирогами. Заряд положительных эмоций и опыт, который обязательно пригодится в будущем, это и есть главный подарок для ребят. Ведь, как говорится в русской пословице, тяжело в учении, легко в бою. Павел Козлов, Дмитрий Новопашин. Местное время.